Привет всем! Вы готовы видеть, в какой квартире я сейчас живу? Давайте посмотрим. Мой обзор квартиры, где я некоторое время проживал в Беларуси. Прекрасная квартира. Сейчас вам все покажу. Значит, вот входные двери. Здесь есть двойная дверь. Здесь можно надежно закрыть двери на замок на долгое время. Значит, начинаем с коридора. Значит, мы заходим в дом, и вот такой вот коридор. Лампочки. Вот как-то так насчет коридора. Давайте я покажу с этой стороны. Уютная, прекрасная квартира. Значит, самое первое – это зал. Вот, добро пожаловать в мой зал. Вот, с Америки привез свою любимую приставку. Когда мне скучно, играю игры на ней. Мой джойстик для игр. Мой компьютер. Мой адаптер, чтобы я мог использовать американские зарядки. Значит, это мой столик. Здесь я прихожу и смотрю телевизор. Здесь, короче, много каналов. Интернет. LG телевизор. Отличное, прекрасное место. Я бы даже бы сказал, очень большое. Посмотрите, какое просторное это место. Это идеальная квартира. Просто заехать и жить, и радоваться жизнью. Давайте я вам сейчас покажу. Здесь вот был мой шкаф. Вот все мои вещи. Вот здесь диван. Покажу вам сейчас балкон. Вот балкон. Здесь он очень просторный, большой. Отличный балкон. Здесь цветочки. Здесь можно даже поставить кроватку маленькую.
очень много пространства. Вот здесь сушатся вещи. Кстати, надо будет полить цветочки наверху. Все другие полил, а те забыл. Хорошо. Ну вот, вот такой вот балкон. Еще раз посмотрим. Следующая комната – это спальня. Добро пожаловать в мою спальню, где я спал. Широкий формат для вас. Просторная, большая спальня. Телевизор. Давайте посмотрим холодильник. Так как я уже скоро уезжаю, у меня тут особого ничего нету. Вот. Ванная комната. Да, ванная комната. Здесь было все хорошо. Отлично. Стиральная машина, где я мог стирать свои вещи. Моя бритва. Привез сюда. Купил себе мыло. Белорусское мыло. Все хорошо. Все отлично. Следующая комната. Туалет. В Беларуси они сделаны обычно отдельно. Все отлично. Все в прекрасном состоянии. Деревянная дверь красивая. Хорошо. И последняя комната. Это кухня. Здесь я готовил всю свою еду, пил чай, имел гостей.
купил себе кружечку. Запрошаем у Беларусь. Хорошо. Вот. Вот где я много времени провел. Тоже все красиво. Такая кухня в белорусской квартире. Моя плита, мой чайник. И здесь еще телевизор есть. Тут 3 телевизора в хате. Представляете? Все же говорят, что тут все бедные. А у каждого по 2 телевизора, по 3 телевизора в доме есть. Так что вот такая вот моя квартира, друзья. В советском районе. Такая квартира стоит примерно 40 тысяч долларов за такую вот квартиру. Ну, ты приезжаешь в нее, и ты просто радуешься жизни. Вот такая яркая, просторная, приятная комната и квартира. Окна большие во всех комнатах. Здесь было хорошо, очень хорошо. Я буду скучать по этому помещению.